По итогам проверок инспекции труда было выявлено 257 фактов нарушений трудового законодательства. Об этом на очередном брифинге региональной службы коммуникации рассказал руководитель управления по инспекции труда Западно-Казахстанской области Азамат Айтуев. Подробности в следующем материале. Нарушения выявлены в трех направлениях: трудовые отношения, безопасность, охрана труда и занятость населения. Из 218 выявленных нарушений в сфере трудовых отношений есть несвоевременная и неполная выплата заработной платы, использование труда без заключения трудового договора, незаконное расторжение трудового договора. Вопрос своевременной оплаты труда находится на особом контроле. В текущем году были выявлены факты задолженности по заработной плате на 123 предприятиях на общую сумму более 114 миллионов тенге. Для устранения нарушения законодательства именно по задолженности по заработной плате работодателям выдано 55 предписаний, свыше 52 работодателей привлечены к административной ответственности. В результате принятых совместных мер с начала года была погашена задолженность по заработной плате в 117 предприятиях на сумму 86 миллионов 569 тысяч тенге. Защищены права 317 работников. Не снижается уровень производственного травматизма. С начала года зафиксировано 37 несчастных случаев, связанных с производством, в том числе 6 групповых. Всего пострадало 44 работника, при этом 40 с тяжелым исходом, а четверо со смертельным. Средний возраст травмированных и погибших от 41 до 43 лет. Инспекция систематически проводит анализ причин производственного травматизма и принимает необходимые меры по их профилактике. Исполняются мероприятия дорожной карты по проведению года охраны труда Министерства труда и социальной защиты. В целях реализации данных дорожных карт управлением совместно профсоюзом, с областным профсоюзным центром, палатой предпринимателей принята региональная дорожная карта по снижению производственного травматизма. По данной региональной карте проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками, с работодателями по разъяснению норм трудового законодательства. Проводится работа с предпринимателями по вопросам внедрения проектов, таких проектов, как народный контроль и концепцию Vision Zero. По контролю за соблюдением законодательства в сфере занятости населения выявлено 7 нарушений, где основными нарушениями является непредставление работодателями сведений о свободных рабочих местах в центре занятости. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Аслжан Кадимов, телеканал Ак-Жайык.